Давно не получаю писем от отца. Соответствующие структуры, организации говорят мне, он не хочет писать тебе. Но я не верю в эту чушь. Об этом на пресс-конференции сказал сын удерживаемого армянами в заложниках Дильгама Аскерова Курдоглу. Он отметил, что делает все возможное, чтобы освободить отца из-под незаконного ареста. Общественность, так же как и я, не верит в то, что с 1 ноября 2017 года от моего отца нет никаких писем. Отец всегда писал нам. Он родился в 1960 году в селе Шаплар Кельбяджарского района. Уже пятый день рождения он проводит в армянском заточении. Более 3 лет назад мы обратились в Европейский суд. Раньше они не хотели брать это дело на рассмотрение, но недавно суд взял это дело. 11 июля 2014 года Дильгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Гасан Гасанов с целью посещения могил родственников отправились в оккупированный Кельбяджарский район Азербайджана. Вооруженные силы Армении захватили их в заложники. Гасан Гасанов был зверски убит. В результате работы соответствующих государственных органов при посредничестве Международного комитета Красного Креста его тело было возвращено на родину. Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подверглись жестоким физическим и моральным пыткам. В отношении их было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый суд сепаратистского режима приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева к 22 годам лишения свободы. 23 ноября 2016 года был создан Комитет защиты прав заложников. Азербайджанское государство и правозащитники уже 4 года поднимают этот вопрос в различных структурах, но пока что безрезультатно. Решение суда, армянского суда на территории азербайджанской страны, оккупированной территории, то есть на Нагорном Карабахе, оно является незаконным. Оно незаконно по нормам уголовного права, оно незаконно по нормам международного права, оно незаконно по нормам Европейской конвенции по правам человека. Именно по нормам Европейской конвенции по правам человека оно должно быть обжаловано в Европейский суд для того, чтобы аннулировать это решение. Выступившие на пресс-конференции отметили, что Армения, несмотря на резолюции Совбеза ООН, продолжает удерживать под оккупацией азербайджанские земли, а также держать в незаконном заключении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Присутствующим был представлен фильм на английском языке, предназначенный для международных организаций. Фарида Ашалва, Рухам Мамедов, Ильвия Сабиргазефи, Ирус Рагимов, CBC.